Вы что, там сдохли? А нет. Да какой-то босс сажится просто. Какой еще босс? Трэш в Сагрине. Зачем мы его сагрили? Нечаянно, жопу большая. Ты что, смысл не реально? Этот. Бог. Трэш обоежки. Ааа, ну ладно. Если бы еще вот боешь. Какой-то меч, точнее. Херово, что, конечно, КД 25-ку льды просираем, пару боссов бы зацепить. Спула, да, с этой стены. Завтра или когда получается? Завтра есть время или нет? С пугами пойти. Куда? В 25-ку же. Нету КД? Не, на. Ну, с КД, у нас же только Левиафан. У нас десятки еще есть. Ну, можно попробовать. А, завтра десятка на Торе, блин. А че у вас там десятки? У вас там, наверное, только Торим остался, наверное, да, и Мирон. Ну, у нас это... У нас Мимирон, Торим. Торим. Мимирон резервации. Ну, Торим это бесполезный товарищ. ДПС нужен. В плане, что сложно или что? Так у нас вон сколько ДПС, посмотри. Ну мы тоже. У нас там уже люди приодеты. Однако. Не варик. 7 человек не вывозили арену. Сказали, что типа пару раз нужно просто арену пройти, чтобы она разбагалась. Ну, типа. Чтобы не спавнились нормально, а не по-дебильному, как тогда было. Что у них, типа, еще первая пачка не сдохла, вторая уже сразу же появляется. То я так, когда первый раз буду шить туда, то там просто их волна на волне. Да пофиг, посмотрим. 4 защитника, Оль, помнишь? Вы там в комнате баг этот вайпаетесь, а мы там на арене фигачим. У нас там Холикс, Этернал, может какие-то тактики есть, знаю, невероятные. Как молот у Торима забрать, типа там, бить по нему. Лол. Не, вернее, по кому-то, может что-то такое, не знаю. Я в Вальгале молот Тора собрал. В горах бегал там час, наверное, блядь, искал, где он лежит, сука. Ну, у нас чуваки от комарей умирали, мы так ржали с этого. Сагрите трэш за этим, чем стоять просто так, он мутировавший личинку. Агрить. Только все не надо агрить. Все, веди сюда. Господи. Ну вы и так... Ну, что просто так стоять? Трэш пошли. Бьем крипов, пока бьем крипов. Да-да-да. Блин, вообще можно Накс, наверное, сводить к центру, знаешь, порталом типа весь просто. Угу. И там типа убивать. В центральный портал просто свести. Ну да, да, типа. И там как раз всех убить, просто залить ауешками. Танки только вначале будут полгода агро набирать. Настя им на пул даст. Кольцо. О, кольцо, кольцо для тебя будет. Сначала. Ну, кольцо заебись. Уже удиваешься там. Кольцо, наверное, бы 5 поменял. Так, а у меня получается стоит 43 крита, вот синее, а другое стоит 33 крита, МП5. Наверное, синее надо менять, да? На МП5. По статам смотри, мы ж не видим. Ну там просто два фиолетовых лучше, чем фиолетовый и синий, да?
Ну, по статам, да, будет лучше. Ну и чисто визуально тоже. Чисто визуально, это самое главное. Угу. Чтоб глаз не мулило. Зато эстетически будет удовлетворение. Я только по такому принципу одеваюсь. По принципу, ну, вместо синего шмота чтобы, фиолетовый. Чтоб красивенько, да. Не, конечно, меткость надо. Просто знаешь, я еще выбираю специализацию, типа быстрый старт, типа. Что вы выбираете, типа свет, послушание или тьма? Ну я такой думаю, свет, послушание. А, да, да, знаю. Наверное, это будет одно и то же, да, там, типа, какой-нибудь дух, там, какая-нибудь параша, искра жизни какая-нибудь. Выбираю ШП, думаю, ну заебись, типа, буду вагоном ШП. Сука, ноль меткости. Ноль, блядь, представь. На хила внутри, и половина шмота на хила. И тринка. Благодаря этому локу я до сих пор с тринкой на МП5 хожу. Вон, видишь, крылатая параша какая-то. Так можешь за кузнечим жаром сходить. Ну так, блядь, за ним же ходить надо. Так это рогер же. Ты что, надо платить? Там можно там обойти? Ну это этот, Локин или... Ну не Локин, это этот... кузнец этот. Я так угораю. А, тебя же не было, Настя, в Наксе. Сейчас я рвал. 25-ка сегодня? Ну, челики, короче. Когда пересобрали гильдию, там, короче, о, пошли, говорит, не убирающие все дела, блядь. И метки ставят. А давайте, говорит, по новому метки поставим. Там заебись, говорит. И, говорит, на границе вот эти, где граница... Сейчас лужа одна взрывается и другая. А, в прошлый раз тоже так делали. А челики-то привыкли, блядь, в метку вставать, типа метку? На первой же, да, волне? Не, в прошлый раз нормально ходили, как раз таки вот с этими метками, мало кто подох, но были дурочки какие-то, все равно падали. Я своим рогом выжила, представляешь? Да, ну а что, если ты видишь, как бегать? Да я что-то сначала смотрю, три метки всего лишь стоит, еще и хрен пойми где. Такая, что-то не поняла. Вот у нас проблема. Водил же Тагарис всегда. Чего Тагарис? Водил всегда. И что? Нигде он не знает, как водить. Васа, поводи ты, не знаю. Я просто... Не замечала, как именно. Первый раз до этот, кругляшка, потом... Смотри, не ебите, не ебите мозг. Вот смотри, босса ставишь в метку. Сам встаешь рядом, спиной к стене, лицом к платформе, и все. Никто не сдохнет. Вот и все. Босса лапку бафни. Босса в метку ставишь, и все. Это легче, чем кажется. А куда ставить будут? Не пойму. Мы на платформе будем ставить? Да какая платформа? Ну, задрулю тут? Ну я там, но тут. Ну лапку дай. Сейчас ждем, пока Гнедыч разлагает. Или это у меня только он бегает? Да. У всех. Бегает что, да? Бегун. Так на тебе есть лапка. Лица мне, да, примерно? Так, хочешь вас опроводить, да? Ну давайте. Чё, мне сказали, типа, я же мне вообще не... Или я не понял просто? Ну обратно. Чё не понял? Не, ты это самое. Не очкуй, главное. Босса в метку ставишь и все. Ну вот где звездочка, можно чуть подальше. Я просто поставил, чтобы перед тем, как бежать, типа, чтобы максимально близко мы в волне стояли. Чтобы успели добежать. У нас минус Луниточ. Он из Диса пропал. Вот именно.
А нам дальше там только один этот танк надо? По идее, там нет. Надо будет меняться, что ли? Да там лодки не надо. Где надо. Или два. Роланда прям как гопник на районе. Юля. Какой гопник? Где и чё? А свистит не к дороду. Слышь, креветка, может ты все-таки будешь ставить этот тотем на ману? Там только один милик, считай, мы его задиспелим. Там вообще без маны. А ты кого ставишь? На хосту? Чё, я? Угу. На хосту, да. На тотем ощущений, очищения. На броню и на силу заклинаний. У меня нет, ты, тебе тотем на хосту. Ну чё, подождём его? 2-3 минуты инфа в каше. Ну Хейгана-то ебануть можно без него. Угу. Можно, да. Но... Может, ему не понравится. Пулять? Так ему то не надо ничего. Пуляй, ебаш. О, подожди. Не успел. За звезду, сюда, вот где квадрат, сюда веди. Алло, 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 быстрее, 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 быстрее. Теперь в кружок, босса в кружок. ДПС стопните, пускай Агрона берет. Бля, чё я-то здесь? Тут такой же вопрос. Кружок, я сейчас это не понял, мы просто помним с тобой... Всё, забей хуй, забей хуй. Бегали по этим меткам просто. Босса надо водить, босса надо водить, босса надо водить, понимаешь? Я, ребята там стали, тут то бегай, я так и растерялся, не понял, то туда, то сюда. РДшники на платформе всегда стоят. Ты был же, видел, как народ, танки водят? Народ, что вы делаете? Зачем вы на платформе мрете-то, а? Нет, там рот. Там танк. Не чистили. Там чист, просто... Чист, не, трэш. Страшно. Уйдите, реснитимся. Все, забейте. Никто... Думать, короче, да-да, не алкашная тема. Я что так сделал? Я плюс-минус помню, что он просто возле каждой метки останавливался, бежал волну и бежал дальше, Тагариус. По его прям расположение корпуса я что-то не совсем обратил внимание. Ой, бежать-то долго будем. Конечно, еще трэш чистить. Там, кстати, Алик еще. Там трэш больше разговоров. Три горгули. Ну, я пошел в обход. Можно и в обход пойти так-то, поплавать. Креветка в обход пошел, значит надо в обход тоже идти. Так все пошли в обход. Ага. Опять кота убили. Ага, это я. Где вы их находите, этих котиков? В смысле, ты же возле меня бежала сейчас. А кот там был, я его на входе видел. Ну да. Ой, я убила кота. А, все, понял. Перепутал. Не пойму, задрулю. Прям этот, по стенке бежит. Тут же все затечено. Да, привычка. Хорошая привычка, маршрут. Кстати. В той гильдии столько здесь раз бегали, что трэш по 2-3 раза чистили. Который ты нам рассказывал, что там все плохо и весело. Ну да. Мы десятку могли создать шесть. Десятку одну собирает, и все. Ну онлайн на маленький. Ну да. А чё ты их сюда не позовёшь? А морала нет. Ну они типа под тегом Украины только захотят. Я думаю, никто не захочет. Ну ты их позови просто. Дай им понять, что. А, ну и приветствуем всех. Мы их оденем.
атмосфера. Ну, они пойдут потом дальше, да, в топовую гильдию какую-нибудь. Да там такие ну, тоже профессионалы, там пару человек только нормальные. Ну, может, Агариуса научили играть? Смотри, танк бегает. Базука понимает, да, что к чему. Клипс еще шоти может быть. Тут клипса есть... не оттуда, в смысле, клипс. Медотан клипс тоже. Тут... А, ну да, в клипсах нормально там. Просто так, на всякий случай, скажу, что я вот полтора там лет не засыраю. Там единственное, что много. Там РЛ ДК. Вон это тот РЛ, который Лича ронял с платформы. С какими-то криками нереальными. Я уже не помню, что там было. Но потом все орали как ненормально. Просто спиной отходит, отходит. Как это Лича с платформы? Ну, не знаю, как-то так. Ну, чувак, он забавный. Но РЛ так. Вообще жесть. Мне это же заходит. Ты не туда бежишь. Ты крюк делаешь, да? А там что такое? А, это вход, блин. Ой, а там ой, горгули, да. Горгули, да. М? А, ой. Слушай. Пипец, тут бежать это... Не хочется вайпаться вообще. Ну что-то да, согласен. Тут... А, ну и в той гильдии, собственно, мы держали на углу всегда этого босса. Так, аккуратно тут трэш. Нет, ну сейчас еще раз, я просто показать неправильно, я положу, что не проблема. И мне не лень в танке сидеть, я его как основной класс брал вообще. Ты просто сейчас загни. Так это посмотри. Лучше на этот, на платформу поставить и не делать ее. Ай, блядь. Платформа, забудьте это слово вообще. Я не хочу, чтобы вот... А ну, я не хочу бегать вот так вот. А я хочу, чтобы вы были топовыми ребятами, чтобы вы бегали без всяких вопросов. Это если перебежка, вот когда босс на платформу телепортируется, надо бегать. Это не значит, что типа когда в три раза медленнее он эти лужи взрывает, нужно не бегать. Это же вообще бред. Если хотите расслабиться, идите вон, РЛК обычка. Идите туда. Там и там не бегайте, одну кнопку нажимайте. Тут бегать, я не знаю, больше разговор. Вон на Везаксе этот босс кидает вот эту темную стрелу сокрушения. И нужно сначала отбежать, а потом подбежать обратно в эту лужу. Плюс он кидает метку безликого, которая вокруг него в 20 метрах, если люди стоят, он с них жизнь вытягивает из этого человека. И босс отхиливается на это количество хп. И нужно типа отбежать. А еще нужно и от этой черной лужи от сокрушения отбежать, потом в лужу забежать, потому что в луже и маны меньше тратится, и на 100% дамаг выше. И просто мозг у людей ломается. А если тут себе слабину давать, то вы туда придете на Везакса и будете там 5 часов сидеть. Так что бегаем, все активно, четко. Но Лича вспомните, Лич это не настоящий босс. Осквернение, разбежались, сбежались, Вальку побили. Да там все изи. Вот так и надо говорить. Вот это другое дело. Изи. Так, одним словом, короче, вот я должен тут стоять, а босс в метке. Сейчас будет Гнидыч стоять. И все будет заебись. А ты в ретрика. Так, базара не могу. Тогда буду смотреть более внимательно. Гнидыч там это... сидит, Гнидыч. Хохочет, тоже не знает, как он есть. Гнидыч, ты иди себе. Да это не ссы. Самое главное не ссы. Смотри, видишь, метки стоят. Эти метки... В прошлый раз так важно. Эти метки для того, чтобы, когда босс телепортируется, мы встали в звездочку и при первом взрыве начали бежать. Стоя в метках, вы никак не сдохнете. Но босса ты держишь. Когда вот ты спулишь босса, ты его вот поставишь вот туда, вот где ты стоишь, где квадратик сидит. Вот сюда примерно поставь. Ну или вот где я, где ШП, сюда, то есть чуть подальше. Потому что если ты босса поставишь в звездочку, милики вот так вот подойдут, вот тут встанут, и взрыв первый же в кружке, он начинается вот здесь, вот на этой щели. Милики вот так подойдут, а там будет слюни из рта, блять. Ретрик будет бурю нажимать, бац, и сдохнет. Короче, я ничего не буду больше говорить, пробуйте.
смотри, у босса большой хитбокс, поэтому надо сначала чуть дальше его отвести, потом... Просто вот объясни, я сначала... Чё кому объяснять? Давайте уже, блядь. Там типа смотри, как волны распределяются-то на первой фазе. Они же там чуть-чуть по-другому вводят. В плане не того, что... Кто они? Кто что вводит? Вот на первой фазе они тысячу лет взрываются. Поехали. Смотрите, поехали. Смотрите на пол, блядь, и все, и запоминаете. Блядь, ну вы чё? Вот об этом тактика была, на том, в конце. Да, конец. Угадайте, у кого скоро день рождения? У Хейгана? Ага, а подарок делать не мне будет, а маме. Нет, о, слышите нотации? Почему не мне? Готовимся. Потом звездочку. Знаете, мне сейчас огненный шок повесился на 10 секунд. Классно. Выбежали. Если бы был он танком, то плохо было бы. Видите, я не сдох. Прогрессируем. Придется бы убить. Умирающий уже мерещится. Побежать. Побежали. Я вообще сейчас мили бегаю. Дамажу. Ну сейчас не нормально. А потом будет не весело. Войт бисовый на тебе под. Сох теперь пока дед падает. Какой бисовый это, блять, на мишку? Ну, задрулю танчи сейчас начну. Защита выполнения. Сейчас не знаю кому. Настя, будешь танчить? Не могу носить. Народ, попробуйте не агрить всю комнату, пожалуйста. Зачем? Что вы делаете? Роландия, отдавай. Я ж не могу распределить. А, я могу. У меня на форте есть способность. Дальнего кастера забивает. Все остальные не трогайте дальнего, не подходите даже. Можно скипнуть все вдоль стеночки. Мы уже так делали. Я глазик. Ну, поэтому ты еще до стенки, до противоположной дойди, чтобы наверняка всю комнату спулить. Ты мне говоришь? Да. Я говорю, вдоль стеночки я идите. Рога. Смотри, средний. А это не я, это Void. Обрыгался. Ну а зачем?
Народ, что непонятно идти вдоль стеночки? Серьезно, что вы делаете? Судя по тому, что ты говоришь, что тут не вдоль стеночки. Можно скипнуть, но зачем вот время терять? Не знаю, всегда пиздил весь этот трэш. Просто вы никогда на классике не спидранили, Накс. Лестники Войда и Кошка Люба. Тобой у них пока. У них там 20к хп у этих стеблей. У личинок вообще по косарю. Просто обратите внимание, что сзади, видите, два глаза остались. Если они не подходить в середину комнаты, то они не пулятся. И так, в принципе, вся комната. Если вдоль стеночки идти, можно сэкономить свое время. Ой, там... Важно. Не, я не думаю, что ты там час сэкономишь. Много там ничего не сэкономишь. Ну, 5 минут точно. 10. 5 минут вообще никак не сэкономишь. Тут 10 секунд ты, наверное, сэкономишь. И все. За 10 секунд вся эта комната заливается. Те два глаза заливаются в 10 секунд вот в нашем рейде. Ну просто если мы начнем там сэкономил, так и полчаса уже выиграем. Там мы нигде уже не сэкономим. Знаешь, надо начинать людей, ну как бы не быть не. Ну, расшевелить мозги, чтобы они не были просто роботами, которым дают команду, и они просто одну кнопку жмят. Это все правильно, вот с этим я согласен. Но плюс 10 секунд это ну такое себе. Ну, по крайней мере, начнет думать и смотреть на рейнджи, на чувствовать своих персонажей начнут. Я пока не могу использовать эту способность. На визах. Смотрим, сейчас он... Что он сейчас мне плафот скорость с первой даст. Почему два хила в разных пати? Давайте, как-то надо вас в одну сделать. Ну-ка, кто там? Опа. Не. Хотя... Ну, когда... Роланда нашу пати будет хилить. В том-то и дело, что вас должны хилить нормальные хилы, потому что там танк и все дела. А я так, чисто, подмога. Одну пуху дашь, и все хватает. На трех человек. Главное, чтобы я не трех... Да и на себя еще на двух. Почему? Цепуха разве на трех? Ну, у меня на трех, у Хила на четырех, если у Хила на четырех. У меня на трех. Там символ. Я думал, ты в Хиле. Да, ща. 20% крита. Это круто, наверное, да? 258 косты. Шо, я готов, я уже занес посох. Чё? А мне сказали, не будет РБК сейчас. Зачем тебе сейчас РБК? Вообще, кажется. Сейчас администратор написал. Я же типа Prime. В смысле не будет РБК? Вот я тоже не пойму, что в РЛК здесь что ли? Такое РБК? БК только где? Я тебе говорил, когда оно будет. Это в кучу станете или вы чё? ДПС будет больше, ХПС будет больше. Станьте под ноги. Привет, где то тема, я не вижу твои. Не забирай. Thank you.
Я гнида еще очень плохо слышу. Будто бы он в другой комнате сидит и сам с собой разговаривает. Зизич, ты говорил что-то? Да, он говорит. Я его ни разу не слышал. А я слышала, как он хихикает. Хихихаха. Ну, он сейчас что-то говорил. Может, по телефону говорил, не знаю. Забирай. Не, ну что-то истерию давал уже, да? Танки забыли, как уклоняться. Добывают. А чё по ДПСу? Чё там долго умирает? Вот видите, сразу видно, кому крит точно нужен, это мне. Ой, ого. У меня крит серию атаки увеличивает, короче. Ну, посчитал бы скилл бы, я бы друга звездным огнем бил. Нафига вообще тут в раз бить? Разве что по прокам. Давайте добиваем. Вот на тебя. Меткость. О, сейчас выйду, пойдем, выйду. Надо кому-то. Задрулю-то, походу, уже кота, Мишку, все спеки одел. Тоже четыре. Это четвертый. Тут же одного танка достаточно, да? Что? Да. Одного танка тут достаточно, что ли? Ну представь, вот это я метка сейчас одену, а знаешь сколько хосты на синем посохе? 78. Прикинь просто. Сейчас у меня 180 хосты будет. Прикинь, 180 хосты просто. Сука. Ну и дичь. А, смотри, мне сказали, короче, пока БК контент не открою, типа... БК инсты, рейды. Тогда РБК вообще не появится. Не ждите там. Вот после унды или что-то. Такое. Так я ж тебе говорил, ИК когда откроют? Нет. Тогда и откроют. Даже если ИК откроют, то чуть погодя, мне кажется, так Каражан. Ну с ИКом открывают вместе Каражан и Грульбаги. Там рядом это все. До ЦЛК, короче, РБК открывается. Это типа ходить в РБК вместо РЛКД. Типа этих аргеров? Угу. Это трешак, конечно. Там есть там один данжик, недавно ходил буквально. Под шатрами, которые я забыл как называется. Аукционские гробницы. Угу, пиздец просто. А, ты либо еще, кидают сайлент, да? Станет, блять, и еще что-то третье кидают. Это просто жесть какая-то. Обычная пачка крипов. Не, там на самом деле надо идти просто грамотной пати с группированной. Че, ОС потом пойдем? Вот эти рандомы, это полная херня будет в РБК, потому что там... Время да, есть, можно. Если попасть на ССХ, инст, не без паладина, без мага, это вайп. Это вообще невозможно пройти.
Без паладина танк. Истерия. Да я прожался, нафиг ты за мной идешь? Мама слушает индийские фильмы, вот Голливуд, как он? А, Джеки Чан. Это пипец просто. Разошлись, Рэндж. Чисто щиток базуку спас. Ага. Базуку сейчас лайкнешься. Тут анимация может быть важна. Так что да. Достали промахи. Вот что прикольно на шапе тут делать, так это убивать скелетиков. Просто угу. Вторым. Ну, как у меня там на двоечке стоял, просто тык-тык-тык-тык-тык по одному крипу. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, промах. У меня, кстати, таких проблем не было. Блядь, быстрый старт, чтобы я еще раз брал пристав. А я выигрывала, короче, когда в группе разыгрывали. Вот, мой первый раз. А еще на X10 раньше. Вот код вводишь, короче. И тебе БС дают. Ну, сейчас такое не актуально. Сейчас на выходной зашел после рестарта и все. И за 4 часа вкачал. Ой-ой-ой-ой-ой. Дайте руку. Ух, я уж думала, все, конец. Видно, кто вагон. Стоит, херачит такая. Да я этот... Ты, в принципе, могла не убегать, и кожа бы дрожала, и все. Да я испугалась, я никогда еще как бы не пряталась, не оставалась. Не пряталась, да? О, ну, я вспомнил, что такое кошка. Это Clock of Shadows, да? Ага. Еее. Книга теней. Короче, две фласки, и мы убили все, кроме одного босса. Ничего себе, какие растраты. Я о том, что вот даже твинами нормально приходится. Клуб 100. О, нормальный чук. Ага, вы не изжали тотем от холода. От льда. Вот, спина на тебя, смотри, какая пупена. Пиздим. А сколько там написано? Можете голову мне сразу давать. У меня сейчас 130 сопротивления магии льда. Ну, это ты про ауру? Ну да, я забыл включить добрый. Я это просто на обычном щит. Да нормально, но без этого. Тут я тоже его сделали. Это самое. Базука, есть у тебя лунный тюль с собой? Да. Одну штучку надо. А то я что-то одну купил. А плащ зачарил синий вот этот с духом. У тебя спят лунного тюля, кстати. Сейчас именно. Да, я сделал все. Что там хоть выпало, да? У меня есть Дживс, а у Дживса есть лунный тюль. Можно поставить? А он сзади стоит на выходе. О, спасибо. Тут. Я вообще без тотема. Так, на СПД же вышивку делают, правильно? Угу. Да. Ну, может, на МП5, конечно. МП5, наверное, на каком-нибудь ДЦ я пристану, или что-то другой класс. Это на Холика, скорее всего, чем на ДЦ и на ШП.
Почему? Заебись прочно шипы. Я о том, что этот МП5. Так она холика смысл, у него все равно мана и так закончится, типа, без понту. Вообще, просто мана заканчивается, заканчивается, заканчивается и заканчивается. Пылесос ман. Идет трэш, трэш идет, повернулись. Ща. Что, типа, бить? Сейчас быстро умрет. Да. Ух, хорошо они не бегут прям. Даже, кстати, апнули скелеты. Даже бежали. Че, может, зачистим их всех? Зачистим. Есть еще какие-то вопросы насчет игры, чтобы я спросила, пока она онлайн? Да, спроси, это могут ли они мне прописать этот Атиеш? Чего такое Атиеш? А, не, не могут. Они удар еле-еле сделали. Ты знаешь, как X10 задал? С 10-го года или какого-то. Сколько один тулет? Хотя бы пускай куда-нибудь трансмут добавить. Чемпиона не может прописать, ты чё? О, пускай расширит эту линейку жетонов трансмодификации. Побольше будет. А, это давно все просят. И праймеры, и випы, и все. Там столько предложений я видела. Люди говорят, нам даже донатить нечего. Представляете себе время? По миллиону донатит, которые... Я читаю и удивляюсь вообще. Нам некуда донатить. Введите нам это. Вот бывает такие люди. О, мне Настя так, может, они тогда подонатят куда-то в другое место, да? Кому-то на карточку. У нас был, просто. Короче, челик на X2 в Асгарде. Он, короче, пацану задонатил там супер-пупер триньки. За все за дружбу, типа. Я не знаю, дружба, не дружба. Закинтились там они, короче. Он ему там и 277-й тринки, и пуху, и то, и все задонатил. Я такая, блин, ты что-то пришел, что-то быстро оделся, чем я. Ну а чё, я ж тут милик. Чё не надо? Ох, он. Хил передамажил. Так Васор Эдрик. Он взял лужу, кинул. Лужа шляху. Будь здоров. Ну а смотри, он экзорцизмом фигачит. 5 штук. А, экзорцизм издалека теряется. Кто ему сильнее? Ой, прям, блин. Ой, солдатик, солдатик, бью, бью. Я что, что-то не так делаю? Не, меня тут обзывают. Незаслуженно причем. Так, я с левой ноги, ты справа. Гнидыч. У него есть ноги? Ноги? Ну, слева... С левой ботиной справа, я не знаю, как сказать, что. Борт, наверное. О, я забыла, я ж косты сбиваю. Ну, вот вагон. А, давайте договоримся. А, кто-то подошел между нами, да? Я? Да. Зачем ты подошел?
Вопрос. Чтобы веселее было. А то слишком скучно. Настя, ты там касты сбивай. Вот следующий я сбиваю. По-моему, повезло. Не хватило Раги. Там же вроде таланты есть, или нет? Пипец, не хватает. А теперь КД. У всех зависло. Нет. Классно. А, тут же этот Гнидыч избивает костом. Еще я. Чего я парюсь вообще? Настя, жуков потом на пол тай. Ну, они придут. Ну, я просто к тому, что не потрать их раньше времени. Я забываю, короче, по все на свете. Просто ковид? А, был на пол, был на пол. Сейчас, еще 3 секунды. Рисы танка. Пэр. Бэр, хочешь? Васа, затаунти. Вой зона. Пойду-ка в войдзону. Всё, как, начинаю. Удивительно. Теперь хилбота надо перенастраивать, у меня бэр в хилботе не стоит. Ты вуду поставь и не парень. Так это из-за того, что у меня все сбилось просто, все. У меня даже чата не было белого. Почему-то. Хотя донов нет на чат. Опа-на! Опа-на! 1.8. Вроде, можно мне кинжал? Ага, да, прямо сейчас. На НХ. А тебе надо дать? Да, мне надо. Ну, Настя, значит. Кистевуха, критхаст, что там? Это НХ? Да, стоп-плохо. Мирася, 213, и мне надо. Прикол. Да я думаю, это кому-то еще надо. Так, Настя, забрать чё? Голова кому нужна вот эта? Что, может, ОСА? Этот самый... Пойдём. Давайте ОСА пойдем. Ну, мне типа она нужна. Ну, не знаю, 213. Мне пати дадите, я лучше этот... Так долечу, чем... У меня просто 150 полетка. Пошли, чё, этот ОС полетели? Портал, 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 портал.